Выпускник Астраханского технологического университета собрал команду инженеров и разработал самый необычный в мире прозрачный экран – дисплеер. Первые коробочки собирались на собственные средства, мы работали без зарплаты, без ничего. Потом постепенно нашлись те люди, которые просто стали помогать нам. Начали мы немного зарабатывать на том, что у нас начали брать в аренду устройства. И мы до сих пор даем в аренду устройства, обкатываем, получается, и на рынке, смотрим все плюсы-минусы и зарабатываем на этом деньги. Дисплеер потребляет 15 литров воды за 10 часов, может использоваться с любым проектором, даже на улице, но становится бессмысленным при солнечном свете. Он создает изображение на потоке воздуха с добавлением мельчайших частиц воды. Но вода находится в таком состоянии, что она полностью повторяет, можно сказать, структуру облака, и частицы абсолютно сухие за счет маленького размера. Они не смачивают поверхность, они, если поставить бумажку, очки, то вообще не будет никакой влаги. Специальные защитные потоки воздуха делают этот экран стабильным по бокам и защищают его от распада. Камера и 7 датчиков считывают, когда мои пальцы проходят сквозь экран и, собственно, распознают, где мои пальцы находятся в данный конкретный промежуток времени. Астраханцы не первые придумали проецировать изображение на облаке, но первые внедрили мультитач-управление. В 2012 году в проект вложили 3,5 миллиона долларов. Основными инвесторами выступили Lita Capital. Есть компании Foxscreen, Helio Display, есть компания там Polyvisor. Они все делают устройства, которые используются в первую очередь на шоу, и оно создает просто изображение, поток мокрый, на нем невозможно мультитач управления, и они достаточно тяжелые, потому что весят от 50 килограмм и выше. Экран не обладает идеальной детализацией изображения, но создает достаточный вау-эффект для его коммерческого применения. Я точно знаю, и мы все в компании это постоянно фиксируем, смотрим на тренды, что в будущем все технологии визуализации будут на прозрачных экранах, которые физически проницаемы, и только на них возможно 3D-управление, потому что мы можем проницать насквозь это изображение. И мы к этому идем. Но до этого рынка еще достаточно далеко. Пройдет, может быть, 10-20 лет. Но мы сделали уже первое устройство, которое стоит в самом начале этой ступени технологии отображения информации. И сейчас его все плюсы применимы на рынке рекламы. Но в дальнейшем мы постепенно с каждым новым устройством будем расширять рынки, на которые будет применяться устройство, расширять его функционал и делать более качественным. И только так мы сможем выйти со сферы B2B на B2C, для того, чтобы уже у каждого дома был свой дисплеер.